Сележина Талап, расположенном под Атырау, тяжело дышать. Пятые сутки рядом с населенным пунктом горит камыш. Заросли на берегу Каспия вспыхнули 6 июля. Огонь охватил сотни гектаров. Жители Жанаталапа сидят с наглухо закрытыми окнами. Жалуются на плохое самочувствие. Невозможно. Даже деген, бір жерге көшіп кетуіміз мүмкін деп отырмыз. Мүлдем ауа жоқ мына жақта. Бұны өшіруге бірдеңе жасауға болмай ма? 5 күн болды, теңізден жел соқса болды, теңіз бағытынан жел соқса, бүткіл мына Жаңаталаптың ауылын қап-қара қара болып боп басып кетеді. Терезені аша алмаймыз, ауа дейтін, иіс дейтін мүмкін емес. Жаңа кішкентай балдар ауырып жатыр ауылымызда, көптеген адамдар скорый шақырып, тіпті мына отравление болып жатыр. Осы түтіннің кесірінен. Специалисты объясняют, тушение пожара затруднено. Техника не может добраться до болотистой местности, где горит камыш. Кроме того, в регионе установилась жара. Температура воздуха в последние дни поднимается до 39-43 градусов. Для борьбы с огнем привлекли вертолет из Кызылординской области. Совершено 106 сбросов воды с вертолета. Қазіргі кезде қазавиаткару Ми-8 тікұшағы көмегімен су ағызу құрылғысы арқылы 300 тонна су төгілді. Өрт сөндіргі жалпы 97 қызметкер, 15 бірлік техника, 1 бірлік тікұшақ жұмылдырылды. Өрт сөндіру жұмыстары жалғасуда. В апреле на берегу Каспия уже горел камыш. Над Атырау стоял плотный смог. Врачи призывали жителей не открывать окна, были отменены уроки в школах. Жители Атырау просили городские власти объявить чрезвычайную ситуацию. Но департамент ПЧС региона заявил, что для объявления режима должен быть иной масштаб и наличие жертв и пострадавших.